Инстаграма у тебя есть пост, ты сфотографировался на Fashion Week у нас в Таджикистане, в Душанбе. Как ты туда попал? Я балдар дону, Касимхан, Ишахаров Касимхан. Иду билет дождь, вайда аз наму организаторы, ки омур организатор кадан, иду билет дождь дан. Бады балдару, хай мадагувкем, хайли билет дорем, хам хайли кору бурда. Мери гуфту, хай мера. И ты в комментарии пишешь то, что я буду, я стану моделем. И уже разгад шухим, да, хай. А кроме как заниматься боями, можно же как-то совместить с другими моментами? Или ты не планируешь? Нет. Ну, пока что даже факат маш. Не кухай круто, не. Ты сколько уже в Нью-Йорке живешь? Давай ты в двух словах нам расскажешь, как ты попал с тхэквондо в ММА. Мару сидят то соли дазор дахан, так факат тхэквондо машу кадом. Ба вах увах да тожиксон и ММА надо то дазор хаш где тайонна, ба вах таки ма фамилки да хели да то да то да то да тожиксон же ММА хас. Ман уже чел бун уже рафтом со зал зали клуб эффект амашкадан, аж макуши. Пеша кай зал. О пеша кай зал, пеши на жилье зал. Соди май. А мы то позира на уже машкай. В интервью ты рассказываешь то, что ты в Нью-Йорке, вы поехали на соревнования, вас заметили и позвали тренироваться в другом клубе, где готовят бойцов к смешанным единоборствам. Солидатор Понза приглашали Ройка на федерация Кей, Ай Тайвандо. Кей, мы с руками гадали на Флорида, спортсмены, то на гар, Жерар Тимоша, бы приступат на. А, мы с руками гадали на федерация, Хашка Смуна Ройка на. Хашка Сафтин, Хашка Якунжо Гирифтин, бо Умаден, бо обратно. خیلی بودی بعد شش ماه بود رفتیم خیلی در جانس و قبل بعد از زل امامه رفتیم همونجا خیلی چی کردیم خیلی همی یه روز مشک کردیم بعد بعد جمع را دیدن که من در جاجه بوی فتاگی دیدم مرا قطعه مون شوگی داشت پاری مون یعنی جنگ کردیم خیلی معقول شی جنگ کنیم بعد گفت خیلی به همجا مشک کن Тренер сказал. Ну, тренер. Какие вот есть сложности именно в Нью-Йорке? Вот когда вы, допустим, проживаете, да, живете, вот что нужно спортсмену для того, чтобы он занимался хорошо, без никаких проблем? Ну, чтобы хамаджутки, да, да, хайбики, хорошо, чтобы ты спонсор душа выше. Ты факат. Хемашкин, хочешь да гонжи гнамаш факт, курбат накин, вот хам, аруз, мисол, ларуз, ты вот да, все вот бат машкин, да, и хели уровни ки, ты профессиональный барон накин. Но тебе приходилось еще и параллельно работать? Ну да, как и бы и на меша, а мы спонсор ки надо, все уши, хам, кроме ки, хам, машкин. А вот по поводу спонсоров, вот вообще, вот вы обращались к кому-нибудь, чтобы вам помогали или были такие? Все гамаки, авал, бор, аму, амекрафт, аму, барадорой, кихасен, оджа, аму, гарид, баймара, падешка, амекрафт, аму, сига, бадбо, дельшо, джурай, падешка, амекрафт, пешай, пешай, бой, ки, титул, бой, дешо, бой, дешо, джанка, дельшо, джурай, падешка, амекрафт. بعد پسرین که برای بلاتور بود با کلوب اکبر مالا پادشه که سپورسوی کرد با تایلند با تایلند روی کرد در اون جمعی سول با زبور رفتن زبور؟ زبور پرخدیل в تایلند؟ да, پشه های بای بلاتور ты можешь вспомнить, когда ты последний раз дрался на улице? Не в ринге, не в октагоне, а на улице? Просто сейчас мы берем, да, кам жан мекадем, агар
تو کی سر لذت نمیکنن، من خیلی جنگ نمیکنم، خیلی بچه خفنم، خیلی همی تو بودم خیلی میسن. А не вспомнишь одну случай, так, когда были? А бассейн, бафкин, я купил сим даже, а ты хамкусон, а кичкал амина умели, уже кичкал вот кучлен шунтек, и хотели бы мы хотели бы на карту поставить, бы мы бы лезли к нему. Но они не знали то, что ты занимаешься. Не, не хотели, к нам ехали. А в то время ты занимался тхэквондо, да? Махам. تک بس دازور ها او وقت فقط تک منده بود برای چکه دازور هشت تکون کجا ها تکون کجا ها تکون کجا ها تک منده باشه بود ای وی که بای ناچه رزبرات انی نی پجلیلی ها بود؟ خیلی باید جون فتر چی دکو جنگ ها هم کجا کن یا پسمتریل ستاتیستیکو دا توی ستاتیستیکو یا 4 в общем 4 боя, да? Панджи Чорози. Панджи уже 5. Профессиональный. Ага. Любительский эпизод. Не, вот чисто профессиональный. Панджи Чорози. Панджи Сэблози. И последний бой Панджи Чорози. Панджи Чорози, да. Вот в основном, как бы у тебя получается, ты проигрывал в партере. Да. Ты не задумывался об этом? Фикер, я когда лекки. А мы чихы будем. همی فقط من با همی بشیلوی آدم نزلو نزلو, да. Когда ты выходишь на ринг, ты с агрессией выходишь или спокойно? Спокойно, но как обычно. Ма агрессия надо носить. Вообще агрессивный лестница. А что нужно сделать сопернику, чтобы ты относился к нему с агрессией? Обычно. Некоторые всегда к нам это бывает. بیش باید چکو کنکی ما عویزی میشم خیلی ممکن ما اعتباکی میخیل بچنم خراشو вот давай вспомним есть такое понятие как битва взглядов, правильно? У вас перед тем как выйти в октагон face to face вот вышел с тобой соперник, вот вы смотрите друг на друга, что ему нужно сделать, чтобы ты начал там же разбираться, там, кулаками махать? Ну, как я все вызанам, а как он удар обзанат, как же мукин уже хмакадзанат у нас. Ну, у тебя английский на хорошем уровне. Хамеша, зури-зур не у. Ну, ты понимаешь. Да. Ами, чиде кида, кора ног, обзанам ты. А если он что-то скажет, ты можешь ему ответить, правильно? Ну да. В интернете я заметил у тебя, ну, спарринг с Муином, или это не, или не было такого в Америке? Михаил, как спарринг, дружеский спарринг, там, обычно. Без никаких там последствий, просто. Давай теперь поговорим о Беллатор. Вот. Как ты попал туда? Ростика, ма вахта ки тоджисон омадене будам, ами я хата пешеш, тренер узанг зад ки, ма тогда да Беллатору бой кадам. Ки тош кати менеджерой аму Беллатору, аму яне, ма ичи мекире ки ян бой да Беллатору мекна, сол аму видео ма рой кад, сол ма хуши бой ма, бат каблу кадам. Ну вот как это все происходит? То есть вы просто подаете заявку? Да. Заявка мети, ага, мисол джангут ки макулши, та кабул мекна. Джангут тарфу Америка, ами кадуми ки стойчникай, мисол тай привет сад мекран, барой джанга мисол, барой кабул кадан йо UFC, йо Беллатор. Бай да макулай ки мисол стойчник, Мисол джанги израильщин дешим это все. Те, которые там дерутся в стойке? Да. Ага. Но почему-то большинство выигрывает в партере, да? Ну, всегда большинство партер, там мисол ими авто твой из партера. Ага. Хай же не брал. Некий, агар стойчики зур и зур буши,
سوی باقوات بوشی میتونی فقط ایستون که زنی اما من اسمه چای من کمتر فیزیکم سستای فیزیکم اگر вот в Беллаторе, да, вот у тебя был этот бой с Томми Эспиноза. Как ты думаешь, что пошло не так, что вот так получилось, что ты проиграл? Амуро, всегда ходим на медруки, мы начали, а мы чехали. На медруки, гипноз, качелка. Агани, мы ходим, хотим драматом бороться, когда бардовщим задом шаки, чехали, капи. Атригоник, да, Ричард, да. Вот я посмотрел его интервью после вашего боя, и он сказал следующее. Я, говорит, следил за этим бойцом. Последнее время, говорит, он усилил, ну, говорит, хороший боец, он усилил свой партер. Но когда, говорит, он меня схватил и поборол, я с его стороны не почувствовал давления на себя. И вот в этот момент как бы у меня был шанс, чтобы я его как бы мог взять как бы болевой. И он сделал болевое тебе на руку, по-моему, да? А ты ничего не помнишь, ну, как это все произошло? Нау, сарши ма каш стойка кулка, да. Бад, вахты ки пешу назик ши, кивай ки да кинжи клека капи, бад уже дрома да. Кушчин дам, хада, да, пеш клека кулка дэй, бад уже чу сакан, да, же кадым ки уже дрома да сто. Ки бад ушум за, хэли за дым ша, бад айбих ами, айбих ма ши, баш ки ма бас сарма, поймитар не юг, ами кантар ми сон да, Да, чисти, Вот когда ты в октагоне, ты слышишь кого-нибудь вокруг? Ну, кого? Каждый такой, но я хамура мечтал. Даже ему айболу касами чинос дозана. А что они обычно тебе кричат? Когда я искал информацию о тебе, да, в этом YouTube, я наткнулся на один видео, ну, правда, там собрали несколько смешных подсказок, которые с трибун кричат. И один из них был самый такой вот зрелищный, а из трибуны кричать бойцу, типа, ударь его в член. Сэм Элви и Дилан Эндрюс. В этом поединке кто-то из зала выкрикнул самый нелепый совет в истории UFC. Ударь его в член. Хорошо, я тебе скину ссылку, посмотрим. Хорошо. Ну, я это как бы узнал сегодня, что до недавнего времени ты был единственным таджиком, который участвовал в Беллатор. Или есть еще ребята? Ха, сози на го дрим тоже кеки, ахо бару дай май, мо дай джоки маш мекнем, лекин ми худжай. Ага. Мози дим дими феврал да бой дора. Во я одам мига хас ки Салим Мухиддин ба. Вай мози да Америка, вай Беллатор патца када гене кол бой задаги не изи. Ихи закрим сека сужи. Лекин он вай бой задаги не изи. В одном маленьком интервью ты как бы это, по-моему, в Нью-Йорке, ну этот ты говоришь то, что в глазах соперника ты увидел просто обычного человека. Ну, я как бы у тебя уже спросил об этом, но с его стороны вот в это время агрессии не было или было? Нет, вообще не было. Знаешь, что там враги махоксово, да? Он обычный американец, хелли, агрессивный. А он был американцем? То ли у вас тут некса, хелли, смешный. Ты планируешь оставаться, ну, в Беллаторе или сейчас уже, ну, вообще, что они говорят? Не, мы как свободный агент. Мы тут хам да Джазан, хам да Беллатор. Может, Вот шама да, бад яму Беллатор ма да титул не бой, пилагат кана. Бад яму
А уже бадяму вахтама хамисол маки весь гонят кадом, мотор хила васан васанает веки уже вахтама хамисол, хамбо васанает хамбо гонят кадам, бад отказали. Вообще какой гонорар в Беллаторе? Русига позже было бисой спасено механда, там якним якним. Ага. Во уже Америка чет да мисол билет метен, китвая фруши. Ага. Мисол, аму чанка, ки билет фрухте бисол, аму кабов бо, вот это фуиз метен. Ай тикет, ай аму билетом. Билет. А вот получается, просто за участие ты получаешь определенную сумму. Да. Неважно, проиграл, выиграл. И, то есть ты за последний бой получил $1500. Бо как билет гафрух там, чизи. Хариб де азоби. Хариб де азоби. Ага. Это стоит того? Так и стоит, не сильно, ки. Чихалай, хадимана макула, а мы сон дрогим дам. А вот, маджанга барай кайфат хадима. Барай ички, барай публика, барай хадим. А вот за одну подготовку сколько ты тратишь на, ну, в долларах? Примерно. Ну, как обычно, даже мы не имеем сейчас. А мы рассмотрели, последний бой пешай. Беллатором, кариб. Хамани, а мы спонсором, кариб. Чорпан, джазор, рассмотрели. А мы клуб Акбар. Ага. Падешка там. Мы разговаривали, а мы... Ага, сутки, а мы чорпан, джазор, рассмотрели. Барой яму, туда обратно. Билет, фрайживание. А мы хамачи. Ну ты планируешь обратно уехать? Хабу уже мусор шанс писотаркит, я UFC баруматки. Ага. А дарм шел бомеран, а боме бамбу бом чилай ватан ехал. Да, согласен. Что ты думаешь о смешанных единоборствах в Таджикистане? Вот как ты думаешь, на каком они уровне? Ну, тебе есть с чем сравнивать. Ози Русига последнее время ам байцехуну зуч дагер хам зурам просто спонсор не есть. Агар спонсор кем бы, спортсменом, а спортсменом бы хорича якоч фарка не дуна. Просто спонсор не есть. Агар спонсор больше, даже байцехуну айвар да зутара. У нас есть несколько девушек, которые тоже выступают. Как ты думаешь, девушка вместо в ММА? Хай, бы гум, харкас чиз хитати брат, леки. Леки, агар и хегирей, боад дыхта ММА и назана. А почему? Хай, чихе бы, барой бача, барой жесткий вид спорта. Ага. Я кеме зана, агу инвалид миша. Хай бача шау, ич гана да, хай бай марда. Дыхтай бы шуду, а не сон, куда как бы канаты. Если бы у тебя была подружка, которая выступает, ты бы ей запретил? Нет, не надо, подружка. Ну, вдруг бы, ты познакомился, очень нравится, ты бы запретил ей выступать? А, это было. Твой пост в Инстаграме, который... Я сейчас... процитирую, а ты скажешь, почему это у тебя в Инстаграме. Однажды люди, которые никогда в тебе не верили, будут хвастаться, что они тебя знают. Неки иросака, нами тохозрам хелия. Сон кади чхелем ами дуи ами дуяги мекнам мисон. Ами дапеш бигач меган бо акаф. Акаф мисон бигач хегап мезан. Бад بعد بود چه بگون خیلی بعد پیش میسود این میرم میسود مگه ای بعد ایفر میسود ای خیلی بعد که ایفر میبینه که خیلی ده بلوی ده زینه بلوی بعد بود میگن ای بعد ای خیلی بعد بامدار های بعد رایچکای بعد دو داره این هم خیلی هم تو از توی ستالکی باشت سا ایتیم چاست؟ نشه که میبینیم همی تو دارم میبینیم вот я тоже заметил после как ты выступил в Беллатор, да, у тебя сильно изменилось там. Ну, как бы внимание к тебе сильно изменилось. Это тоже одна из причин, как бы,
ایران کوزی چخلی گفتم تو وقت تو وقتی که تدا بالندی همه قطیده همه نجم فنا همیشه بودم داشی مخلص و همه وقتی که باید دیدی که هیچ کی قطع نیست اول پدر و مادر خواهد همین یه سیچول برادر دیگه تمام دیگه هیچ کی قطع نیست. Как ты думаешь, твой самый удачный бой, это какой из них был? Удачный бой? Ну, в профессиональном. Ну, ползасекунда, да. Ползасекунда? А удар, который вошел в топ-5, я помню. Как ты планировал вот этот бой? С кем это было? Брайан Орамирес. С Брайаном. Вот как ты планировал этот бой? Планировал, как я сделал джанки. Потому что я был мужчиной, но я сделал джанки. Как я сделал джанки? Как я сделал джанки? Я сделал джанки и сделал джанки. Я 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 сделал джанки. А до этого ты смотрел его бои? Нет. Уже у американцев чекали, боюсь, даму YouTube канал. Он профессионал, ага, рекорд, что да, но на больше, а мы YouTube играем, боюсь, он як юды та, там он, боюсь, он даме партон. Агар партоян, там, и че, хамаш платня, и дома да намеша. Ага. Ну, то есть... Закрытие. То есть ты о нем знал очень мало? Да. Все решилось в октагоне. Сугроб, смотри, в конце каждого выпуска мы задаем короткие сравнительные вопросы. Ты можешь отвечать быстро, но не обязательно коротко, как тебе удобно будет. Мы это называем детектором, потому что мы хотим, чтобы наши гости были максимально искренны в этот момент. И первый вопрос: UFC или Беллатор? UFC. А лучший боец за всю историю ММА? Конор. А, по-твоему, самая грубая ошибка бойца это? Ну, смотри, вот, допустим, ты считаешь то, что когда, допустим, боец становится слишком популярным, он начинает себя вести очень неадекватно? Болезнь. Да. То есть это для тебя грубая ошибка? Да, конечно. Ты понимаешь, как ты уже звезд болезнь, как ты уже чему хальфа удама Ахмед дает. Некий уже не утопляет. Вахта, как ты был хой на хой, ее бой мети, ее мисол, همو دام قطعی میسول درگان جنوی شدید من روی همو چنجه چه بگم باید همین قطعی هم آیت باشید همو شتو تبی بچه نخواتای в бою مرالنا или فیزیچسکای устойчивост فیزیچسکای مرالنا ты всегда готов да круто где бы ты хотел жить в Душанбе или в Нью-Йорке в Душанбе патриот да здорово есть мечта кроме как стать чемпионом мечтаем UFC там дагаичи мечтаем допустим ты стал достаточно титулованным и у тебя есть один единственный соперник после которого ты уйдешь в отставку кто это может быть есть какой-нибудь боец с которым ты мечтаешь выйти в октагон. Надо мне мечта. Последний вопрос, и мы тебя оставляем в покое. Ты не жалеешь, что ты не родился в Америке? Нет. Вот что он делает. А вот туда. Воспитание же делает. Я сейчас имею в виду только в плане карьеры, там, бои и все остальное. Все равно... У нас круче. Конечно. Все, слушай.